Семинар для депутатов и служащих органов местного самоуправления Симферопольского района состоялся сегодня. Провели его представители филиала Российского экономического университета имени Плеханова в Пятигорске. Обсуждали проблемы и пути развития местных администраций. Такой семинар проводится в Крыму впервые. Проработали программу с пятигорским филиалом, да, и на сегодняшний день собрали семинар. Такой семинар проводится впервые в Крыму на территории муниципальных образований. И, я думаю, плодотворное общение с депутатами Ставропольского края, с представителями научной интеллигенции Ставропольского края приведет вот к хорошим результатам. Со стороны Симферопольского района в рамках этого соглашения это практическое наполнение деятельности того же самого вуза. То есть это обмен возможностями, обмен способностями, обмен навыками и выставление, может быть, да, понимание проблем, которые существуют в целом в Российской Федерации. На семинаре каждый мог задать интересующие вопросы, получить на него ответ. Кроме этого, по окончании семинара участники получили сертификаты. Я думаю, будет польза для наших представителей, для глав администрации. И здесь они как раз-таки найдут какие-то ответы на свои вопросы, потому что практика, она очень как бы нужна бывает. И мы из этого, мы сами тоже крымчане, вы тоже получим, я думаю, положительный эффект.